Иванок, смотри, он походу его накрывал, так его не забагришь никогда в жизни, бля. Видел, у него снизу. Я говорю, она как-то непонятно, как похлёбка, что ли, бывает. Ну, конечно, я думал, что вообще зацеп. Нет, кстати говоря, а почему нет? Ну вот как он мог туда ему попасть? Брюхатый пиздец. Хороший парень-то. Покажи, вот где он у тебя попал. Вот как, он случайно туда не залетит, понимаешь? Как он туда случайно мог попасть? Прям четко, он его прижимал, бля, стопудов-то. Он промазал. Ну, не промазал, он его именно прижал. Да? Сезинг. Сезинг. Молчит. Глазом шевелит только, знаешь, так. Да, глаз у него бегает. Он посматривает, да. Ой, взял? Yes. Сюда, сюда. Так, 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 кто здесь? Холодно, ну его снайпер. Да что тут вы со мной делаете? Ты думаешь, не просто? Конечно, не просто так. Я думаю, он его прижимал. И вот согласись, вот ты правильно привел пример. Футбольное поле. На нем лежит 4 сазана. Ты целый день ходишь, делаешь забросы, но их не видно. Какой шанс попасть к нему под кадык тройником? Это вообще шанс. Это космический. Космический шанс. Ну согласись, в этом же что-то есть. Есть, это третьяк, коньяк, везение. Третьяк, коньяк и коньячное место. Ну изобразил он неплохо, я вам скажу.